силы исчерпаны. Назад не вернуться, пока Биврёст не получит свет Альфхейма. То есть мы застряли? У такого, как ты, не будет проблемы с возвращением в Мидгард. Угу. И мы сможем прогнать черное дыхание? Да, если добудете свет Альфхейма. Радужный мост, да? То есть, получается, это был, ну, типа радужный, было типа радужного моста. Блин, и его тут нет, все из-за тебя, ведьма. Новый мир. Я хочу отделать Тора в этой игре. Вот я очень сильно разочаруюсь, если мы не отделаем Тора и Локи. Да, зрите. Добро пожаловать в Альфхейм. Как вы заметили, свет. Он едва виден. Что-то не так. Видишь столб света на горизонте? Он будет в самом центре храма. Там то, что нам нужно. Нет. Нет. Проклятие, так что быстро. Что происходит? Чтобы восстановить магию Библиоста, нужно шагнуть в свет. Будьте очень осторожны, чтобы не попасться. Нет! Засосала. Она не погибла. Правда? Нет, вряд ли. Идем. Таких, как она, очень тяжело убить. Посмотри вокруг. Тюра. Держись рядом, ничего не трогай. Кстати, мы же можем улучшиться. А это что? Четыре тысячи очков. Да мы сейчас будем всех вообще уничтожать. Совершив точный бросок, топора в голову или уязвимое место врага, нажмите треугольник во время вспышки, чтобы вернуть свое оружие. Следующий бросок удара Лефиана будет сопровождаться взрывом, наносящим... Ну-ка. Бах. Что-то как-то неэффектно выглядело, совсем неэффектно. Повышение сопротивления прерыванию при проведении атаки. Провести быстрый удар. Удерживайте R1, чтобы нанести мощный удар кулаком, отбрасывая врагов назад с огромной скоростью. Да, вот это вот. Продолжайте нажимать R1, чтобы продлить серию после яростного удара. Да, и вот это вот обязательно. Прям то, чего не хватает мне. И Артра еще чуть-чуть надо улучшить. Удушающе. Ну, ладно. Надо я себе подумать, да? Повышается сопротивление прерывания при проведении атаки. Так. Выполняйте уклонение, удерживая L. Так, левый стик. Отклоните вперед. Отклоненному вперед. Чего, блин? Требуется живучесть 4 из 75. Я... Очки здоровья на это потрачу. Ускорение времени зарядки. Так, блин. Что-то я подзалип на этом. Вот это вот. Да, и вот это вот. Ну и нормально. А нечего вставлять, да? Бомжара.
А, что-то я даже ее не использовал. L1 плюс L2. Все, понял. Ладно, хорош тормозить. Ну что, встал тут? Ёпта, она пульсирует. Оно пульсирует. Похоже, ты это убил. И это только начало. Здорово. Ого, а это что? Это не наше дело. Соберись. Он просёк, говорит, что это не его дело, но он в любом случае во все вписывается. И вообще Кратос держится вот максимально брутально. Пойди сюда. Что написано? Что-то про войну за свет. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Из-за нее происходят многие войны. Деньжат подкинули. Я чувствую, вот, ну вот они этого точно. Это война, ее финал. Эти проиграли. Показалось. Что-то сказал? Нет. А, ладно. Ну, мы хотя бы ближе к свету. Так, стоп. Стой, это Синдри? Как я мог уйти так быстро? Парень такой подбежал быстренько, пнул ножичком. Типа, я сделал, я. Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Муспельхеймская. Метки компаса. Если компас стал золотым, значит цель где-то близко. Внимательно смотрите в поисках подсказок. Смотри, там на берегу лодка. Так, они восстанавливаются. Это, по-моему, нечто похожее, ну, как будто из фильма «Аватар». Как ты опередил нас? Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас единственный, а мы, гномы, умеем удивлять. Это не ответ. Верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Столько знаний о магии. Есть редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение. Новичку это покажется магией. Ну да, это магия. Теперь доволен? Что приглянулся? Что? Топор хочу улучшить в первую очередь. Так, есть легкая защитная рукоятка. Нам нужно улучшить топор в любом случае. То есть это вот, либо это. Тут у нас защита увеличивается и живучесть, а тут руны и удача.
Я предпочту сделать это. Ну, я думаю, понятно, да, что две, наверное, рукоятки за раз нельзя носить. О, прошу прощения. Туника Викина. Может, реально ее полностью наденет? Это же будет неинтересно. И у меня, кстати, садится джойстик. Ну, в любом случае, нам это не особо надо. Талисман. И на него 15 тысяч. Мгновенное восстановление всех хронических атак, постоянный эффект. Ладно. А, точно, можешь. Правда сделал его для мамы? Можешь что-то продать. О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Усилен воплями 20 ледяных кролей. А почему маме? Откуда ты ее знал? Она сама нас нашла. Моя мама была особенная. Она хотела защищать людей. А нам захотелось дать ей силу. Потому что она стремилась к добру. Она даже знала наш язык. Она говорила: Мазурин Сангян. Точно! Впечатляет! А ты в нее пошел, по глазам видно. Да. Спасибо! Не трогай меня! Что? Я не трогал! Ты что? Я потом зайду. Как мне чарами-то воспользоваться? Так, надо сейчас надо получше поковыряться в настройках персонажа. Кусок чешуи мирового змея. Блин, да мы прямо возле него были, мог бы и заделиться. Ускорение восстановления. Ну, а ты, юноша? А так, увеличение урона от стрел, вы можете приобрести новые навыки для когтя. Да, давай. Пацан, видишь, как я тебя люблю? Сынуля. Так, народ, 5 сек, 5 сек. Вот тут... Что-то еще? Ну, поехали дальше. А то микрофон был на грани того, чтобы сесть. Ой, микрофон, джойстик. Ведь было что-то еще. Да, нет. Такс. Касание Хель, либо не, вот определенно оставляем это. Во! Прицелитесь, удерживайте R1. Серия с точным броском, мне это не особо интересно. Увеличение объема вечной мерзлоты, получаемой при каждом успешном ударе топором. Нажмите R2 во время бега, чтобы произвести мощную атаку. Вот это вот надо обязательно. А, да.
Короче, надо обязательно накопить 1500 и в ближайшее время использовать их. Метками на карте обозначены различные интересные места. Показ этих меток можно фильтровать по категориям. Легендарные метки. Ну, не густо пока что. Этот навык не был. Так, увеличение урона от стрел в ближнем бою. Это так, повышение скорострельности когтя. А много стоит. Туника надежды. Ну, что-то на него особо много нету. Одежда. Ну и в принципе всего. Ну, понятно. А, точно, чары. Я так и не понял, как их использовать, может, в ресурсах. Странно, ладно, похрену. Атрей, за мной! Уже иду! А вот эти... Поплыли! Так-то. Классно сделали лягушек. Помощник. Что сказал? Я молчал. Правда? Ну ладно. Как будто бы меня услышал. Мать говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. Восстанавливающая роса Игдрасиля. Эпический предмет. Напиток из росы мирового древа, обладающий длительным полезным действием. Постоянное повышение восстановителя на 2. Мне это как-то выпить надо? А? Я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они... злые. Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но нас вдруг... их дела не касаются. Интересно, я хоть какой-нибудь секрет или бонус проплыл? Потому что я не видел места, где можно пришвартоваться. Гляди, наверное, это и есть храм. О, тут тоже есть чаша с песком. Что там сказано? Без меня или во мне...
Только смерть ты найдешь, но со мной внутри жизни свет обретешь. Но тут нигде нет рун. Надо искать. Назад в лодку. Идем на свет. Ой. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Осторожней. Что они делают? Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Или не в оба, сын! Темный эльф! Не понравилось, а эльфы внутри белые. А вот я всю хилочку искал. А вдруг мост можно починить там? Ну, возможно. Как туда попасть? Остыньте, ребята. Простая, понятная и, скорее всего, правильная логика. X. Стой! Если сложить вот так, похоже на руну. Это бессмыслица. Идем назад к чаше песка. Наверное, все-таки плывем. Что это? Хочу обязательно под иксом проплыть. Что значит?
значит, я смотрю глазами ребенка. На войне для солдата красота – это кровь его врага. Хватит. Истории прибережем для корабля. Соберись. Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Нарисуй. Окей. Мальчик. Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Мост. Что это? Ого, что мы нашли? Отец? Да? Те голоса. Я... Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Адрей, хватит. Этот другой. Какие рога? Назад, быстро. Это не к добру. Успел. Камень. Вставай! Камень, камень, пользуй камень. А зачем ты дай ему камень? Почему-то в этот раз было легче. Не подходи к клеткам. Но почему их заперли? А ты что, не видишь это говно? Ты бы что с ними сделал? Готовься. Надеюсь, не зря.
Так, денежки. Короче, тут их два. Отсюда, соответственно, я ничего не могу сделать. Значит, рано еще сюда. За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Че, готов? Ничего нельзя сделать. Пошли дальше. Чуть не убили СКТ опять. Угу. Слышь, подс, блядь, не может туда подняться и сделать все, а? Ага. Ого, хитро, очень хитро. Я чертов гений. Сначала мне очень бы хотелось попасть туда. Может, там есть что? Так, не, ну из камер-то точно не вариант. Чё-то не вижу вариантов и возможностей. Без
всех сокровищ назови только одно. Яблоко. Мне кажется, я понял, как добраться до сундука, и я опять поторопился, значит. Зритель без обид. Все затягиваю. Броня для рук. Рунные запястья. Прочная наступательная броня, повышающая силу рун. Что она мне дает? Уменьшает силу, но увеличивает руны и защиту. Ну блин. Я, конечно, понимаю, что типа это, ну, буду. Но, скорее всего, лучше. Но я привык качать силу. Тем более Кратос всегда полагался на силу. Вот всегда и везде. Поторопился. Надо, короче, больше спать. Угу. Но ты был неправ. Да. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Сейчас это, конечно, вообще не горело. Но проверить хотелось. Ну что, Щелкун? А что ты вообще? Ты... Есть брют? Да-да-да. Само же ничего не вернется. Мы полезли. Говно! Как туда попасть-то? Держись, мальчик! Сражайся! Стрекозки зассали.
Сколько у меня вообще очков? Где-то смотрю, да не, не густо. Так, от этого, от этих кишок мы еще не можем тут избавиться. Тут не перейти. Жаль, что ведьмина тетива уже не поможет. Ты что, пацан, я ж тебя привел к этому. К свету. За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Место! Слышь? Ладно, ладно, пацан, я это запомню, Атрей. Атрей. Ты думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Так. Я отсюда зашел? Да вроде да. Значит, сюда. Если врубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. А звук как будто бы по металлу бежит. На говно. Черт. Где он? Ёб твою мать, голем! Бей в слабое место! А, приди. Слышь, ну-ка. Смотри на меня. Попал. Это можно использовать. Ну-ка, давай. Берегись, отец! Воу. И ничего не работает.
сожалению, я тоже уязвим, сын. Сейчас, ребята. Да. Или он такой быстрый-то? Чуть не убил меня. Разбитое сердце Альфхейма. Редкий предмет чары. Уменьшение урона от всех атак темных эльфов на 12. Суммируется до 36. А чары, короче, просто на мне, да, остаются? Ага, началось. Прикрывай спину. Сейчас, наверняка что-то приятное от него осталось. Силовая руническая атака. Стремительная круговая атака в ближнем бою, раскидывающая соседних врагов и наносящая им значительный урон. Да, надо новое. Да, ее надо определенно брать. Да, за место вот этого. Как ее использовать? Ага. Хорошо. Только мосты.
Может, эта штука нас поднимет? Супер. У них еще и лифты. Синяя дверь! Мы у цели! Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Ну, понятно, мы ее не откроем. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Это снова гном. Синдри? Эй, Синдри! Сюда. О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. Не ходи, где попало. С тех пор, как ушли все люди... Никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но обычно местные пытаются тебя убить. Ага. Вот что нужно брать. А плечи древних. Ну... Да... Для этого мне придется еще намного древних убить, чтобы полностью одеться. Викина. Ну, можно для, ну, типа, из волчьей шкуры одеться, но... Но я хочу одежду древних. Ну, ладно. Заходите, если что понадобится.